КФУ прошла конференция делегации Министерства образования Республики Корея с руководством Казанского университета. Цель визита – развитие и дальнейшее сотрудничество в области корееведения в Казанском федеральном университете и во всей Российской Федерации. В сентябре 2007 года при поддержке Корейского фонда, способствующего развитию корееведения в других странах мира, на базе Института международных отношений, истории и востоковедения был образован Центр корееведения в КФУ. В 2010 году на базе Казанского университета была проведена Всероссийская олимпиада по корейскому языку среди школьников и студентов России. В декабре 2015 года в стенах Института международных отношений, истории и востоковедения прошел 7-й Всероссийский конкурс на знание корейского языка среди школьников и студентов России. С 2015 года проводятся курсы корейского языка для всех желающих начать или продолжить изучать корейский язык. В России раньше мало изучали корейский язык, но благодаря этой встрече, благодаря проекту по исследованию корееведения, такие сферы, как корейская история, экономика, международные отношения и изучение корейского языка стали стремительно развиваться. Открытие Центра исследования по корееведению в дальнейшем способствует развитию корейского языка как в России, так и в других странах. Регина Фахрутдинова, Руслан Уразаев, Универньюз.